Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, сегодня записываю очередной видосик. Сегодня у нас, ребят, первый день войны. Записываю данный видосик я на стримасике. Наконец-таки вечером у нас заработал сайт войны, а то он долгое-долгое, ребят, время у нас не хотел работать, не хотел никого пускать, какие-то неполадки у нас с ним были. Ну и что вообще меня, ребят, удивило, то что... В каком режиме вообще, в принципе, можно самое быстрое набивать такие эти звезды? Зашел я в первый попавшийся режим, зашел в ТДМ-ку и понял, что в этом режиме довольно-таки быстро заканчиваются бои. Ну и вы сами понимаете, что это в плане звезд нам очень-очень-таки прибыльно. Поэтому, если вы думаете, в каком режиме вам стоит выполнять вообще данный ивент, выполнять именно... чтобы зарабатывать звезды. Спасибо там за подписочку, конечно же, огромнейшее. То есть вам надо постоянно заходить в каждый день ивента. Кто у нас, ребят, не знает, я сейчас расскажу. Заходите сначала на сайт войны, выполняете ход, то есть вы выбираете ход за атаку, куда вы будете атаковать на определенную зону, и защиту. То есть в первый день защита у нас — это база. И дальше вы отправляетесь в бой, выполнять звезды, именно их зарабатывать вы сможете только в матчмейкинговых боях. То есть получается так, что в моем случае я сегодня зашел в первый попавшийся бой, это оказалось ТДМ-ка, и за 5 минут я забрал первое место и получил 3 звезды. То есть если посчитать, то за час... я смогу набить, то есть если в среднем у нас где-то вот будет, ну ладно, давайте не 5 минут, а 6 будет минут у нас каточка. Посмотрим, кстати, за сколько данный бой у нас закончится. Примерно вот где-то 5-6 минут бой у нас длится. Получается, если за 6 минут, то я 10 боев смогу сыграть за час. Значит, за час, если я буду постоянно занимать первые места, я смогу заработать 30 целых звезд. То есть в данном режиме вы не найдете, вернее, даже режима, в котором вы сможете намного быстрее зарабатывать данные звезды. То есть в этом плане это очень-таки круто. И плюс, если вы умеете хорошо играть, у вас есть, например, прокачанный аккаунт на небольших званиях, как я сделал именно здесь. Все-таки я решил, на каком аккаунте можно быстрее всего набить звезды, чтобы это получилось более выгодно. Я зашел вот на своего Team P Army. И уже вот за 2 боя, примерно где-то за 15 минут, ну, потому что там были всякие у меня сбои туда-сюда, пока катку еще прогружала, но в итоге получилось так, что я уже забрал 2 первых места, и довольно-таки быстро это все у нас получается. То есть, самый выгодный режим, повторюсь, у нас ТДМ. То есть, если вы хотите как можно быстрее заработать данные звезды, я вам предлагаю, даже не то, что предлагаю, советую участвовать именно-таки в данном режимчике. Ну, а пока у нас 50 киллов в каточке, попробуем быстро докатать. Ну и, конечно, ребят, хотелось бы рассказать про контейнеры. Количество контейнеров за данную войну можно выиграть очень-таки много. Поэтому, не знаю, будет ли какая-то там подкрутка или что-то в этом роде. Но помню точно, что с прошлой войны, ребят, у нас вообще не падало что-то хорошее с контейнеров. Возможно, это было только у меня, но... Хотя у меня есть инфа, что была определенная подкрутка, то есть была снижена именно вероятность выпадения чего-то хорошего в данных контейнерах. Не знаю, что будет в этот раз, потому что количество на каждых... у каждого игрока данных контейнеров будет очень-таки большое, и я думаю, что... также у нас будет сделана какая-то минимализация, можно так сказать, что контейнеры будут постоянно нам выдавать белое свечение. При лучших раскладах, если у нас учесть тот факт, что война может продлиться где-то около 2 недель, если в день набивать по 30 звезд, то у нас максимальное количество, в день у нас тогда вы сможете зарабатывать по 18 контейнеров, и того 18 контейнеров у нас умножается на 2 недели, это 14 дней, это 180, и 4 на 18, это у нас сколько, 32, 72, 72 и, сколько я сказал, 72 и 140, да, 72 и 140, это у нас получается 212 контейнеров, то есть 200 контейнеров, ребят, вы сможете заработать только на одном аккаунте, вы представьте. На одном аккаунте 200 контейнеров. Это же очень-таки большое количество. И, кстати,
В данном бою что-то у нас очень-таки быстро не получается закончить данную катку. Возможно, в прошлых боях со мной в команде тоже были такие неплохие ребята, которые набивали киллы. Потому что катка у нас заканчивалась, вот только что играл полигончик, закончилась за 6 минут. А здесь каточка у нас идет уже больше 6 минут, хотя набили уже 70, ну около 80, ребят, уже киллов набито. То есть скоро уже данный боечек мы тоже закончим. Вот такая вот, ребята, у нас инфа по войне, которую я хотел высказать. Все-таки я, ребят, в стримах своих говорил, если будет какая-то инфа полезная для всех ребят, которые у нас приходят не только на стримы, но и смотрят видосики, какие-то лайфхаки или еще что-то в этом роде, то я обязательно, ребят, запишу еще какой-то видосик. Ну а в принципе, вот по режиму я вам, ребят, уже рассказал. То есть, если вы хотите быстро все сделать и без особых проблем, то выполняйте свои не только заданочки, но и играйте, в принципе, в ТДМки. То есть, зарабатывайте здесь свои звезды, и я думаю, что в этом плане у вас будет получаться все намного быстрее, чем в каком-то другом режиме. Ну а на этом наша каточка уже подходит к концу, а значит, я буду уже заканчивать тоже видосик. Если вам понравилось данное видео и вы хотите, чтобы я записал что-то еще такого же типа, то есть, вот, кстати, я уже зарабатываю плюс 3 звезды, уже 9 звезд у меня становится. Если вы хотите, чтобы я записал такого же плана ролик, то есть рассказал какой-нибудь там лайфхачик или какое-то вообще упрощение для войны, где можно побыстрее подфармить или еще что-то в этом роде, то обязательно, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И ждите нового видео. Ну, у меня на этом все. С вами был мистер Ванька. Всем удачи и всем пока.